Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами, с описанием картин, которые я беру из интернета, из различных источников. Описание картины Андрея Монтэня «Парнас». Красивая, интересная картина. Считается одной из самых лучших полотен Монтэня. Картины восхищались, они спорили, критиковали. Здесь очень много аллегорий, кстати, которых до сих пор не удалось разгадать. Глядя на картину, зритель видит сразу муз, которые танцуют. Их легко узнать, их много. Согласно легенде, считалось, что песнь девяти муз может вызвать катаклизмы, к которым также относятся и извержение вулканов. Остановить действие песен мог лишь удар копыт коня Пегаса. И здесь мы его видим, он расположен справа, крылатый, весь усеян драгоценными камнями, как бы готовится к тому, чтобы ударить копытом. Рядом с изображением Пегаса Меркурий, бог, который, если верить мифам античности, способствовал будущему Адюльтеру, который был у Венеры с Марсом, помогал ему в этом полу. На картине «Парнас» мы видим Марс и Венеру, они расположены вверху картины. Художник изобразил их на каменном пьедестале. Рядом расположено дерево с плодами, что считается символом верности, крепкой любви. Рядом художник, как бы насмехаясь, написал «кровать». Гефест, преданный Венерой, муж, пытается выскочить из кузницы. Но Аполлон внизу, он держит лиру в своих руках. В Парнасе Монтэню удалось объединить фигуры вместе с пейзажем. Фоном на полотне служит утес и скал. Центральная арка показывает перспективу, которая удаляется в живописные места. Полотно «Парнас» изобилует аллегориями, символизмом. До сих пор многие еще не удалось разгадать. Ну вот и все. Вот такое описание картины Андрея Монтэня «Парнас», которое нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое. До свидания.